Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией на видео. Только информационный характер сегодняшнего видео по проекту TellerBack, где нам дают при регистрации здесь на инвестиционный счет $50 и плюс за каждого приглашенного партнера $1. В этом видео я хочу сделать очередную проверку на вывод. Минимальный вывод 2 цента. У меня на балансе $2. И я их хочу вывести. И это будет мой уже чистый профит. Я сюда закидывала $1. И я уже верну свои вложенные средства, так сказать. И у меня уже чистая прибыль. Я в плюсе в проекте в этом. Значит, мы вкладываем здесь, если кто будет вкладывать, в долларах, а вывод осуществляется в рублях. Кликаю «Сформировать заявку». Я на Pair. Выбираю Pair. Сюда ввожу сумму. Буду ровно $2, там копейки эти. Номер. И кликаю «Вывести». Заявка сформирована. Здесь читаете все руководство. Я уже все зачитываю, друзья, не буду. Значит, идем в историю. Значит, заявка на вывод находится в процессе обработки. Вывод должен, по идее, прийти быстро. Вот, так как я выводила и как бы уже проверяла его на вывод несколько раз. Вот, и мои вклады, друзья. Вот это, кто не знает, бонусная доля $50. А это я вносила депозит. $1, потому что на бонусную долю здесь очень долго это все ждать. Вот, я решила закинуть. Бонусная доля, не забываем, она будет вам начисляться, когда у вас вот здесь, я уже писала видео, вот накопительный счет. Не, друзья, что-то я не того говорю. Бонусная доля нам платит как бы счет для вывода. А вот этот накопительный счет, кто не знает, от $30. Значит, вы должны набрать $30, чтобы у вас был накопительный счет. И тогда вам пойдет уже как бы копеечка на счет вывода. Вот. А накопительный счет можно набрать на бонусной программе. Здесь много бонусов. Вот бонус за друга, если вы пригласите. Далее подписка на ВКонтакте по $1. Подписка на Телеграм. Пост ВКонтакте. Пост на Фейсбук. Как бы это все. Давайте перейдем на Pair. Попробую перезагрузить страничку. Нет, пока денежка еще не поступила. Я поставлю на паузу, чтобы не затягивать видео. А как денежка придет, после я продолжу. Ну что, заявка на вывод была успешно обработана. Вот мои $2. 16.11. Переходим на Pair. Я уже обновила страничку. Плюс 152 рубля. Вот. 16 ноября перевод выполнен. Как я уже говорила, платит он в рублях. Ну а пополняем мы, как бы на счет зачисляется в долларах. И вот номер, вот такая вот у них комментарий, ну их кошелек. Все замечательно платит. Я как бы уже свое вернула и уже у меня идет чистый профит. Ну, проект неплохой. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.